спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В воскресенье в Самарской области будет ясно и малооблачно, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем -3, -6 градусов, ночью 9-12 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно и без осадков, днем -3, ночью 9 градусов с минусом, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, температура воздуха днем -4 градуса, ночью 8 ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем -5 градусов, ночью до 12 мороза. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.